Ахмед, почему именно Франция? Хокенхайм же всего в 3 часах езды. Это правда, однако мне был предоставлен редкий шанс воспользоваться автодромом целиком. Нельзя отказываться от предложения, позволяющего пилоту испытать себя на прямой Мульсан. Приятно встретить вас троих. Мне стало известно, что Ахмед организовал гонку с участием потрясающих дорожных автомобилей. Так что мне захотелось привезти сюда и автомобиль для Лимана. Из боксов мы выезжаем последними. Ахмеду удалось нас тут обскакать. Обгони его. Заодно попрактикуйся в слипстриме. Пройди в драфте любого пилота в общей сложности 15 тысяч метров. Весело. 24 часа Лимана. Трек. Народу немного. Понеслась. Тестим Валькирию на Лимане. Так, первый появляется Гарсия, а тут целая кучка. Надо за кем-то пристроиться и набрать 15 тысяч. Следующий. Впереди никого не видно. Так, здесь вообще без тормозов можно заезжать. Здесь немного дадим. Сато. Где там первый Ахмед? Давай, берись, слипстрим. Аккуратно, не протаранить.
Десяточка. Что-то он сильно затормозил тут. Можно было зафейлить. Все, пятнашка есть. Полетели вперед. Здесь, конечно, красиво так. 340 залетаем поворот, на котором всегда тормозишь обязательно. А тут спокойно. Проезжаем. Зоя, 911 КТ1 98, прекрасный автомобиль, но он не создан для обычных дорог. Это гоночный вариант, несомненно, не создан. Но есть же и дорожная его версия, даже если всего в одном экземпляре. На трассу этот единственный экземпляр вывести не получится, поэтому придется довольствоваться тем, что есть. Сделаю для тебя исключение. Мысль о победе над победителем Лимана дурманит. Кроме того, похоже, мой друг Магнус уже на трассе. Кажется, выбор его довольно сомнителен. Не посмотришь поближе. Проехать в слепстриме Магнуса 3000 метров, финишируя со средней скоростью 213 км в час. А тут уже сложновастенько. Наверное, будет на Лотусе. Набираем слепстрим. Теряем много скорости. Главное его не протаранить. А тут можно уже прессовать. Все, поехали на круг. Надо проехать идеально. Идеально. В начале круга.
здесь на 160 сбрасываем. Залетаем поворот. Есть 11, 13 есть, 14, 16, 13,5. Порядок. На тоненького прошли. Не с первой попытки, конечно. Пришлось помучиться. Но с таким тюнингом прошли это задание. Ахмед, ты Магнуса позвал? Что он здесь делает? Это же не дорожный автомобиль. Да, я пригласил Магнуса, совершенно верно, однако, кажется, наш друг не понял мою рекомендацию не привозить гоночный автомобиль. Lotus Type 125 не гоночный, он не принимает участие в официальных гонках, это самый что ни на есть дорожный автомобиль, даже больше, чем твоя новая игрушка. У меня чувство, что в преддверии гонки в Хокенхайме у наших друзей может снизиться интерес к Валькирии, поэтому надо сделать это противостояние более захватывающим. К началу второго круга займи пятую позицию, а финишируй на третьем месте. Ох и расклад. Поехали. Стартуем на седьмой позиции. Магнус отстает сразу, а сзади Зоя. Занимаем свою позицию. Главное, чтобы те далеко не уехали. Ахмед уже вперед вырвался. Погнали. Пятая есть. Теперь вперед. Мчим. В принципе, нам только третья надо. Вот и все. Дальше идем только на хвосте у Мюллера. Все выполнили.
Погнали к следующей цели. Здесь ты можешь развивать потрясающую скорость, но все это не имеет значения. Мой автомобиль реально пройдет для Хокенхайма. Если бы ты не затеялся ругаться на автодроме Сарт, у меня было бы больше времени на подготовку. Очень плохо, что у Type 125 нет передних фар, а то я бы с удовольствием от тебя избавился еще до Германии. До очень скорой встречи. Удачи. Очень жаль, что Магнус выбыл из гонки. Думаю, надо дать шанс другим проявить себя. Это же противостояние в конце концов. К началу второго круга займи первую позицию, а финишируй на 6-м месте. Что за прикол? Ехать первым, потом на 6-ю спуститься. Всего 6. Но главная задача на первом кругу — догнать Ахмеда. Это понятно. Ночь. Залетаем. Последние повороты. Здесь надо его обгонять. Все, порядочек. Теперь можно ехать на спокухе. Подождем. Гонщиков. С краешку на повороте постоим. Так, Сато пролетел. Теперь где? Зоя. Вон она ползет на своем Порше. Луна.
красиво, все дела. Сопровождаем Зойку. Этап шестой завершаем. 150 тысяч. 50 голды. Хорошо так подсыпали. Ух, надо сказать, Валькирии, несомненно, превосходят скорости другие представленные сегодня здесь автомобили. Несмотря на то, что мне в очередной раз не удалось победить, эта запредельная скорость вселяет в меня уверенность в Хокенхайме. Увидимся там.